Приветствую вас. Давайте будем разбираться с тем, что вы сейчас написали. Здравствуйте, пишете вы. А у меня крик души. Я не могу носить свекровь. Пока что вот принимаю во внимание только факт того, что есть есть свекровь, да, у вас, вот. То вы живете с мужем. Вы живете с мужем. Вы ни в коем случае не живете с свекровью. Ни в коем случае. Знаете, какая штука. Поэтому тут вот очень важно отделить себя, да, твою семью, отделить от свекрови. Как бы там вообще, что бы ни было, себя от свекрови нужно отделить. Свою семью от свекрови также нужно отделить. Потому что свекровь — это свекровь, вы — это вы, у вас, значит, своя семья, соответственно, у свекрови своя семья. То, что вот как вы пишете, не можете ее выносить, да? Да, это ваше восприятие ее, ваше восприятие свекрови, которое лично вас задевает. То есть это следствие того, что вы себя от нее не отделили. Это следствие того, что вы, к сожалению, вы, видимо, как-то вот идеализировали ее. Свекровь, я имею в виду, в своих глазах. Вот. Дальше. Я влюбилась в мужа сразу. Он армянин. Кристина, ну вот здесь не совсем понятно, да? То есть вы хотите сказать, что вы своего мужа влюбили сразу? Или вы хотите сказать сразу, что он армянин? Если честно, вот эти два аспекта, они не ясны. Для меня, по крайней мере, не ясны. Дальше, значит, влюбилась в мужа, пишите вы. Ну, то, что вы влюбились в мужа, это очень хорошо. Конечно, что вы в него влюбились. Вот. Но мне бы, конечно, здесь хотелось бы, чтобы как-то более подробно, что ли, рассказали нам о природе своих отношений. То есть, что это у вас за отношения? Как они выстраивались? Отношения ваши. Как вы стали вместе, что вас объединяло в
с мужем, ну, и так далее. Потому что сейчас это выглядит так, что я влюбилась в мужа, вышла за него замуж, значит, родила ребенка, причем мы родили ребенка, да, то есть 2 года все было более-менее нормально, я жила в розовых очках, мы родили ребенка, мы, причем не я, а мы, да, мы родили ребенка, вот. И дальше начались проблемы, то есть никакой осознанности нет здесь. Как нет своей какой-то вот у вас, по-видимому, своей собственной позиции, понимаете? То есть ее нет, вашей позиции, собственной, у вас, почему-то. Вот. Как бы вопрос возникает, почему нет? То есть, насколько вы зависимы-то от, допустим, той же свекрови, насколько вы зависимы от того же мужа своего, да? То есть эти все моменты, и их нужно реализовать. Эти все моменты нужно разобрать, рассмотреть, потому что они оказывают очень важное влияние, да, на то, что с вами сейчас происходит. Дальше идем. Так, мы родили ребенка дочь. Для чего рожали ребенка дочь? Зачем рожали? Для себя рожали ребенка дочь, или для мужа, или для свекрови рожали ребенка дочь. Какая была цель родить ребенка дочь? Это то, что нужно вам, опять же, для себя рассмотреть и увидеть. Далее, свекровь была довольна мной. Довольна вами в чем, как, чем. А, так как не хватало денег, мне пришлось выйти на работу, тут все началось. Она требует деньги с мужа, ей все мало, ходит такая обиженная, делает некрасивые поступки за спиной. Она все обижена-то. Что случилось? Почему она стала требовать деньги с вашего мужа? Такое впечатление, что ей не нравится то, что вы работаете. Вот вы вышли на работу, ей не нравится это. Так возникает вопрос резонный. Чем ей не нравится? Чем ей не нравится? Что вы работаете. В этот момент нужно было с ней говорить, наверное. Ну, просто вот раз она находится такая обиженная, раз она имеет доступ к вашей семье, судя по всему. Вот. И к вашей маме как-то она имеет доступ, что тоже очень странный момент на самом деле. То есть подарили телефон вы своей маме. Вот. А зарядка почему-то оказалась у свекрови. Как мама отреагировала ваша на это? Она вообще как-то вот, ну, изъявила желание там как-то поговорить, может быть, с свекровью самостоятельно, или как?
То есть тут вы вот как будто бы, знаете, в такой же роли, ну, в такой роли спасителя. Вы пытаетесь как будто бы вот спасти маму. На мой взгляд, этого делать не нужно, потому что сперва надо разобраться с собой, с самой собой. Дальше, значит, так, ну и вопрос, опять же, Кристина, вы не задаете никакого вопроса, вот, то есть непонятно, что вы хотите от нас, от психологов, вот, значит, смотрите, история здесь такая, да, значит, можно гармонизировать ваши отношения с мужем. Можно гармонизировать их. А можно вам разобраться в себе. Почему так вас задевает эта история, эта ситуация? Чем, как и почему? То есть все это вот в принципе можно рассмотреть, все это можно разобрать. Все это можно подкорректировать и вам помочь. Вот. Но нужен запрос ваш, чего вы хотите. Нужен запрос ваш, что вам нужно. Вот. Так, это вот. Такая история, такой, ну, такой момент. Вот. Понятно, да? О чем идет речь? Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.